начинаю понимать, в каком возрасте я нахожусь, только тогда, когда я теряю моих друзей, которые уходят. Вот совсем недавно ушла эпоха, целая эпоха в лице Муслима. Мы были очень близки. Это невосполнимая потеря. Тем более таким молодым. Это несправедливо. Абсолютно. Это гений. Для меня он гений. Абсолютно. Я спокойно говорю об этом. Потому что я знаю, о чем я говорю. Не могу себе позволить такое сказать о нем. Вот когда на солнце смотришь, трудно бывает смотреть, да? И отводишь глаза, ищешь тень. И через мгновение ты понимаешь, что ты без солнца не можешь. Ты опять выходишь на солнце, опять хочешь увидеть лучи этого солнца. Я уверен, что если бы он стал пианистом, он был бы великим пианистом. Я уверен, абсолютно уверен, что если бы он стал дирижером, он стал бы великим пианистом.